Я думаю, сейчас нам правильный титр должны уже дать. Каталина Панора, ее перепутать с кем-то вообще сложно. Цвет сборной Румынии. Да, ну и ее сделали, ее лицо на афише этого этапа Кубка мира. А мы, кстати, гадали, откуда же она там, откуда же она ну, там. Вот она. Ранда Цляк и привет задний согнувшись. Видите, как гвоздик белый, даже не шелохнулась. Ранда Цляк. Ух ты, два винта в такой какой-то. Да, и... хорошо. Ну, естественно, она возмужалась, так сказать. Она прибавила. Прибавила, да. Быть более деликатными. Ну, конечно, конечно. Вот делается шпагат, и сразу зрители аплодируют. Вот такой понятный элемент зрительно. Ну, прыжок в кольцо. Здесь тоже гимнастка выполняет. Я сама немножко засмотрелась и задумалась над чем. Думаю, вроде как она уже распрощалась, закончили они тренироваться. А видно, все-таки ей еще хочется поработать, потрудиться. Она сейчас не выглядит как вот профессионалка, такая румынская четкая представительница, а такая хорошенькая девушка с достаточно хорошими килограммами. Да, и на пируэтах ноги. И все эти повороты уже даются потяжелее, потруднее. Ну, все же,